Боец элитных частей, затычка в каждой заднице мира — это все я. Ползу ли я на карачках по болоту или устраиваю шум и ярость, как у гребаного Фолкнера, одно никогда не меняется. Я выполняю свою работу. Сегодня это означает скрытно пробраться глубоко за границу Северной Кореи. Операцией командует большая шишка из тех, что не вылезают из-за стола и жрут замороженную пиццу. Адмирал Трэвис Пейтон. Говорит, секретность такая, что проще сразу повеситься. Так что мне дают минимум людей и требуют максимальной отдачи. Для уродов вроде нас это типовая ситуация. Этих парней я сам провел через программу тренировки спецназа, и они не раз спасали мою драную шкуру. Банда отборных уголовников. Если я иду заглянуть смерти в лицо, то именно их возьму прикрывать мне задницу. Агент-инсайдер в Северной Корее получил сведения о том, что на военном заводе производят новый тип ракет. Мне приказано установить контакт и произвести разведку. Шеф называет это простенькой операцией — нагадить под дверь соседу и смыться. Известная вещь — простенькая операция одним легким движением может превратиться в полный абзац. Проверьте трупы. Вон тот урод еще дергается. Командор, это Пейтон. Доложи ситуацию. Полный абзац. Чёртовы корейцы нас поджидали. Мои люди погибли. Жди инструкций по эвакуации. Хрена лысого. Туши свет, урод! В этой чертовой заднице полно военных.
На, пожуй, ублюдок! Это рок-н-ролл, ваша мать, рок-н-ролл! Кушайте, засранцы, не обляпайтесь! Сдохните, тупые косорукие уроды! Ну, началось! Мать твою, можно было сразу мишень на заднице рисовать.
Вышлите мне счет, ублюдки! Гребаные красные ублюдки! Ах ты засранец! Чтоб тебя! Где-то 있는 것 같아. На всех этих сукиных детей патронов хватит. Мать твою, господи!
Интересно девки пляшут. Тук-тук. Адмирал, меня слышно? Слышу тебя отлично. Скажи мне, что ты успел вовремя. Плюс-минус. Я получил информацию. Коммунисты делают ракеты прямо тут, в Унге. Завод находится рядом с доками. Отлично. Продолжай работать. Выясни, что у них есть, и взорви нахрен, если надо. Марсинко, ты меня слышишь? Расплата. Вашингтонский босс назвал это простенькой операцией, но законы Мёрфи еще никто не отменял. Так что мои люди погибли, а я собираюсь довести дело до конца. Полученные от агента данные указывают, что на заводе боеприпасов клепают ракеты для великого вождя. Пора им слегка подгадить. Вот и завод. У великого вождя, наверное, маленькие причиндалы.
Адмирал, я засек ракеты. Понял тебя. Что видишь? Похоже, часть из них уже отгружена. Матерь Божья! Ты можешь уничтожить те, что остались на заводе? Да как нефиг делать. Это вам, доктор! Цирк уехал, клоуны остались. Летай, подешевело! Лови! Тут воняет собачьим дерьмом и порохом.
тебя свежие данные. Что там еще? На снимках со спутника, сделанных час назад, в порту Унги обнаружено грузовое судно. Похоже, именно туда грузят наши ракеты. Этого нельзя допустить. Понял, сваливаю в доки, как только наведу порядок в этой гребаной дыре. На, пожуй, ублюдок! Рождение. Завод в Унге милостью американских налогоплательщиков накрылся медным тазом, но часть ракет уже отгружена. Умники из разведки считают, что их отправили на корабль, стоящий в доках. Чего мы не знаем, так это куда их повезут дальше.
В общем, мне пора подышать морским воздухом. Ну и дыра. За каким хером меня занесло в Джерси? Здравствуй, мир. Здравствуй, друг. Thank you.
соскучились, курвы?무게가 있는 것 같아. Марсинка, ответь! Что там у тебя? Полная херня, адмирал. Твоя разведка все просрала. Ракеты уходят по суше, а не морем. Эти курвины дети грузят их на поезд. Иисусе! Ты успеваешь их перехватить? Если вещать перестанешь. Поцелуй мои большие пятки. Я тебе их специально для этого в глотку засунул. Тебя.
падлы! Это вам, доктор. Ух, мать! Лучше быть дохлым, чем красным, упыри. Доставка!
чтоб тебя! Черт, ну ты козел! Гребаные красные ублюдки! Сейчас я тебе глаз на задницу натяну. Адмирал, поезд загружен. Я поехал. Будь осторожен, Марсинко. Ладно, ладно, слушай. Как скажешь. Не потише там, забияка. Нам шумиха в газетах не нужна.
Считай, жизнь пролетела зря, если ни разу не покатался по Северной Корее на крыше поезда. Ветер такой, что отморозит все, что можно, даже белому медведю. Поезд уже доехал до русской границы, и, похоже, это еще не конец пути. Советы забирают ракеты себе. Хрен разберешь. Есть только один способ выяснить. Иду в туалет. Чем проблема в нём как-то? Назад в СССР, мать его. А я-то уж надеялся, что никогда не вернусь в эту грёбаную дыру. Умри, наконец, урод! Ты... Да сам придумай, куда, урод! Президент Рейган передает привет.
долбанный коммунистический агрегат. Замерзся, устал, как собака. Днем независимости вас, упыри! Жаритесь как следует, мать вашу! Ах, вы гребаные твари! Я тебе кишки на рога намотаю! Поджаритесь как следует, мать вашу! Зажгись! Чтоб тебе повылазило!
Никого там нет. Меня подстрелили. Мать твою, бога душу! Твою дивизию. Марсинко, повтори. Ни хера себе, адмирал. Ракетная программа не корейская. Это долбаные советы. Господи Иисусе, так они подсунули завод к соседям, чтобы наши не отследили. Типа того. Погоди, меня отвлекают. Убей! Я узнал, куда отправляют ракеты. Сажусь им на хвост. Не вздумай. Едва они почуют твой дух, и холодная война сразу станет горячей. Мне лично уже жарко. Я серьезно, Дик. Хватит засирать мне мозг. Вали оттуда немедленно, а то под трибунал пойдешь за неподчинение приказам. Повтори, шеф. Тебя плохо слышно. А вот вам подарочек. Всем втыкать полчаса. Господи, мать твою! Идите к черту, кретины! Пейтон чуть из штанов не выпрыгнул, мать его. Орал про нарушение субординации, что мою задницу под трибунал отдаст.
Да насрать мне на это! Мне за результат платят, а не за методы. Эти чертовы ракеты отследил до самой базы в Советском Союзе. Теперь осталось только выяснить, что эти падлы тут затевают. Ну и прикрыть эту гребаную лавочку. Ненавижу эти хреновы живые изгороди. Кончится этот день. Дерьмо, зараза! Чтоб тебя! Прям как на Новый год! Этим уродом что, больше нечем заняться?
Задрало меня это место. На, пожуй, ублюдок! Козел. Повылазила!
засранец! Чтоб тебя! Просто дурдом какой-то. Сейчас я тебе глаз на задницу натяну!
падлы! Срань господня! Ты меня слышишь, адмирал? Марсинко, где тебя черти носили, мать твою? Я обнаружил шахту запуска ракет. Кстати, я стою в центре управления. Мне похрену, что ты там обнаружил. Хоть Деву Марию раком. Ты не подчинился приказу. Я твою задницу под трибунал отдам. Послушай, адмирал, мы в дерьме по уши, без лопаты. Здешние компьютеры — это ядро системы наведения противоракет. И она работает. Коммунисты разработали противоракетный щит. Они могут сбивать наши ракеты прямо в небе. Это дает им возможность нанести первый удар, не опасаясь возмездия. Хрена себе. То есть холодной войне придет конец. Не верю, что они успели раньше нас. Пока нет. Передо мной компьютеры наведения. Я их перенацелю. Запущу их же ракеты, чтобы раздолбать это место. Я здесь, они нет. Пересижу в бункере. Отставить, командир. Это безумие чистой воды. Чувак, у меня и так настроение было паршивым. Советский Союз может поцеловать меня взад. Тревога! Звук сигнала тревоги! Укрытие! Надо же, мы столько бабла вбухали в эту чертову программу «Звездных войн», а гребаные коммуняки побили нас, как малых детей. Кроме меня никто больше не справится с этой защитой. Эти уроды еще пожалеют, что их не пришибли сегодня во дворце. Сейчас я им подброшу дерьма в вентилятор. Спецдоставка! Да уж, отработаю я сегодня свою зарплату. Никого не видно.
тебе твой хвост, я! Вот где счастье, полный мешок, падла. Вам нравятся фейерверки, ублюдки? Это вам, доктор! Тебя! Ну ты козёл! Пришлите мне счет, ублюдки. Я направляюсь на гидроэлектростанцию, которая подает ток на базу подлодок, где Совет устанавливает на субмарину систему ПРО. Черт, если я смогу разнести эти гребаные турбины, то лодка застрянет в доке надолго. Если фишка ляжет неправильно, гудбай, свободный мир. Рискую, конечно, но альтернативы 0,1.
ничего, что я тут пройду, уроды? Бога душу! Твою мать, Иисусе! Блин! Дискотека! Что-то не так с этой винтовкой. Эй, товарищ, я прибыл, чтобы заступить на смену караула. На, жри, придурок! Роды!
Вон! Ну что за сранцы? Кто из вас первым смерти хочет? А, черт! Меня подстрелили! Эх, старый стал, дерьмо стал, да и молодой был дерьмо. Есть закурить? Ну что за сранцы? Кто из вас первым смерти хочет? А, черт! Эх, старый стал, дерьмо стал, да и молодой был дерьмо. Чтоб тебе повылазило! Чуть не попал. Пейтон хочет, чтобы я ждал подкрепления. Бред собачий. Как только генераторы вернутся в строй, подлодка усвистит в море и чип на ведение с ней. Советы победят в холодной войне. Перед такой перспективой моя жизнь — это просто тьфу. Thank you.
налетай, подешевело! Чёрт, ток опять дали. Офигеть! Уроды! Твари!
Сейчас я тебе глаз на задницу натяну! Меня подстрелили!
На, пожу! Специальное предложение для вас, засранцев. Спецдоставка! Будет фигакс. Кушайте, засранцы, не обляпайтесь. Ах ты, засранец, чтоб тебя!
Концерт окончен. Где вас, ублюдки, столько носило? О, дерьмо. Похоже, мы слегка припозднились. Подарок адмиралу Пейтону. Это свидетельство в мою защиту на трибунале. Заметано. Говорят, красно убили у тебя двоих парней, командир. Сочувствую. Ничего, у красных теперь тоже есть кого пожалеть. Assholes like fireworks. Ooh. Fucking commies keep getting in my way. No surprise, motherfuckers. Happy fucking birthday. That's right, 99, you sweet piece of shit. Enjoy the ride, cocksucker. Have a nice trip. Boom time, baby. Trick or treat. Looks like a party, come on. I got places to go and people to meet. Assholes are everywhere. Fuckers are out in force. Hi-hoo, hi-hoo. This fucker's gonna blow. Anytime, anywhere, any place. Take names. Who's the hardest motherfuckers around, huh? Rock and roll, motherfuckers, rock and roll. Hide and seek, motherfuckers. Anybody home? Hey, daddy's here. Come on. Glad to see me, fuckers. Send me the bill, motherfucking cocksuckers. I'm over here, fuckface. There's gonna be fucking asses bleeding all over the place. Sorry, assholes. Your quiet day at the office is about to get severely fucked up. Anytime, anywhere, any place. Kicking ass, taking names. Who's the hardest motherfuckers around, huh? Give me a goddamn break. Good place to blow some shit up. What the fuck was I doing again? Yeah, fucking shit up. Drop dead, motherfucker, you fucking amateurs. I own your fucking soul, you fucking commie bitch. Yeah, so capitalism for you, huh, pussy, you fucking shit-eating pig? Time to move. I got bad guys to send to commie heaven. Fucking ninja style. I'm gonna bring it to them. I'm gonna show them what time it is.